Кто тебе пишет экономическую программу? Мне пишут экономическую программу известный российский экономист, я бы даже сказал ведущий российский экономист, которые в текущей объективной ситуации, мне сложно их за это винить, они за это их винить, не горят желанием раскрыть свои имена, но я уверяю вас, что это ведущий российский экономист, которым я полностью доверяю. Они живут в России? Ряд этих вопросов приведет их к их деанонимизации, чего они меня просили не делать. Я объясню тебе, почему я спрашиваю. Дело они в том, живут что... в разных странах. Это группа людей, которая помогает мне с этим. Они живут в разных странах. В их компетенции ни у меня, ни у других людей нет ни малейших сомнений. Это самые высококвалифицированные люди, которые вообще есть в распоряжении России. У тебя, может быть, нет вопросов, но за других людей я бы не говорил, потому что... Некоторые другие экономисты, которые, очевидно, с тобой не работают, ну, что уж там подняли насмех твои рассуждения об экономике.